Сыры люблю, но в сырах не разбираюсь. Когда мне нужно посоветовать, какой сыр, допустим, к хересу будет аккомпаньяр, я всегда обращаюсь к жене. Говорю: Юлечка, пожалуйста, подбери мне сырок под кеопепе. Она: ага, кеопепе имеет такой запах, значит, сейчас я подберу сырок. Он говорит: под кеопепе сейчас пойдет вот этот сырочек. Расскажи, пожалуйста, немножко о нем. Вот этот сырочек, это овечий сырок с чистого молочка. Вот так он выглядит. Сейчас вот он подтаявший. Овечий сырок вообще всегда должен кушаться подтаявший. Храниться он может как угодно, но перед употреблением непосредственно его нужно оставить как маслице, чтобы он раскрыл все свои ароматы. Вот в серединке, видите, он такой как жиринки, вот он блестит. Вот это его идеальное состояние для употребления. Этот сырок, он на вкус не сильно такой навязчивый. Прям я не очень люблю. Знаете, в Испании есть сыры, которые очень сильные на вкус. А этот такой имеет и вкус, но он не, как сказать, не такой, что ух. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Что есть сыры испанские такие, я их даже называю, знаете, между нами говоря, вонючие сыры. А этот класс.